история. Так вот, сумбур. Я сначала не поняла, потом, когда как поняла, мне так приятно стало. Очень-очень. Что видят твои глаза во мне? Хищного зверя в глубине? Или приученного к рукам щенка? Что хочешь ты слышать по ночам? Как я бы из леса тебе кричал? Или, свернувшись на руках, тебе урчал? Песня в целом мне понравилась. Конечно же, такая романтичная. И я думаю, что все снова будут писать как бешеные, что это про них, про их жизни. Что видят твои глаза во мне? Ангела с крыльями на спине? Или же дьявола во плоти? Почти. Что ты представляешь по ночам? Как ласково глажу по плечам? Или показываю страсть, хвостом стуча? И, кстати, ангелы я все-таки вижу иногда, но не всегда и не со мной. Что видят мои глаза в тебе? Птицу, берущую разбег, нежность, бредущую в тишине ко мне. Что я представляю по ночам? Как я согреваюсь в твоих лучах и верю, что заново можно все начать. Кто меня?
звучит моя русская тоска. Хмуро сгорбил спину вечер, обняла, обняла меня за плечи моя русская тоска. Плакали со мною свечи, кто меня, кто меня, меня излечит моя. I don't.
True.